немає. Такий аромат можна назвати тільки Ромок Самитовою. Олександр Пак у нас в гостях, переможці Євробачення 2009. Олександр, ти сказав, що з дівчинками граєш в комп'ютерні ігри, а в реальній житті як обстоять діла? Поки ти є, в реальній не знайдеш житті. Реально не найдеш житті, грати в комп'ютерні ігри з дівчинками. Веселая штучка у этих белорусских норвежцев. Скажи, вот у тебя вот иногда часто на смычке рвутся вот нити, я замечал. Это вот какой-то такой прием, что не рвутся от напряжения? Или... Ну да, когда я, например, когда эстрадную музыку играю, так тогда я очень жму. Жмешь на педали. Мы кажется, знаем, в 19 веке Оли Бу, такой норвежский знаменитый композитор, был скрипач. Мы норвежцы очень... Его ценил сам Паганини, им восхищался. Он на четырех струнах мог играть четыре партии, кажется, даже одновременно. А вот да, вот так вот он виртуоз был. А ты как можешь? А я больше, типа, цирковой артист. Ну давай, цирк покажи нам все. Ну, я могу, например, вот так вот за спиной играть, или вот, типа, чтобы... Ну попробуй за спиной. Ну типа можно. Только здесь уже закончился опять. Я ничего не трогал. Это не я. Опять уже новый. Слушай, Саш, не могу не спросить. Вот Fairy Tale, твоя сказка, вот песня, сказка, с которой ты победила. Сколько ты вообще считал, сколько раз ты ее спел? Нет, зачем считаешь? Потому что она звучала с разных утюгов, форточек. А ты считал, сколько раз ты здесь? Нет, на этом вот и ну я точно могу сказать, это всего лишь 4 недели. Все. Сегодня, можно сказать, отмечаем. Значит, считал. Праздник. Значит, считал. Но я не считал количество гостей и так далее. Но тебя зовут. Ну, да, я не считаю. А не считаю. Ну, все-таки, тебе надоело исполнять эту песню? Нет. Но хочется показать, что у меня есть другие тоже, конечно. Вот. А ты приехал в Украину, и у тебя намечается, насколько я знаю, сольный концерт, вернее, на пару сольный концерт с украинским певцом Александром Козловским, да? Очень хороший будет... парень, очень хороший артист. Вы будете выступать в Дворце Украины в октябре, кажется? Да. Почему именно такой дуэт? Это не совсем дуэт, это мы будем по очереди. Там сначала он концерт даст, потом я. Но это чтобы подлиннее концерт был. Чтобы люди получили очень такое разнообразное наслаждение. Ничего, двойное наслаждение, два таких вот. Да, не только мы. Ну там и там мы пригласили талантливых детей из школы Лысенко. Так. Что они с нами будут чуть-чуть петь. Будем смотреть, будем ждать этого концерта. Но у нас еще один звоночек. Здравствуйте. 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 Привет. Скорее вопрос, кто вы и вопрос? Сашенька, это ты, привет! Это Сашенька, да. Саша, меня зовут Света Хонда. Может быть, ты встречал меня на Фейсбуке мое время в комментариях? Света Хонда. Света Хонда. Очень приятно. Я была на твоем концерте в Ростове, даже в щечку тебя там поцеловала. Ой, очень приятно. Я еще чувствую. Фотографии есть. Сашенька, я хотела тебя спросить. Мне очень хотелось бы попасть еще раз на твой сольный концерт, понимаешь, сольный. Понимаю. Это такое так было будет... счастье, полтора часа только ты, и это было замечательно. Такая хотелось бы сольную программу твою увидеть. Спасибо, увидим, сейчас услышим теперь. Приезжай в Киев 19 октября, я тебе дам сольный концерт в целый час длится. А перед этим поет прекрасный артист. Ваш Коля, извините, пожалуйста. А кстати, мы тоже находимся на Фейсбуке, Сніданок з одним плюс один. Приходьте до нас в интернет. Кстати, ты тоже можешь приходить к нам, смотреть, что у нас все происходит. Так я так. А мы к тебе будем приходить. Да. Ага. Саш, ну естественно, не только про эту сказку у тебя в жизни. У тебя есть два альбома за последние два года ты записал. И вот буквально, насколько мне известно, недавно ты записал клип на новую песню «Небеса Европы». Да. А «Небеса Европы» — что-то такое романтичное? Что это за песня? Откуда она? Можно сказать, что она романтична, потому что я пою о Европе, будто это было, будто я пел о женщине. Что я всегда буду думать о тебе, типа. Но я Европу пою. Ну что, дамы и господа, в прямом эфире начинается презентация, премьера песни, новой песни Александра Козловского. Сейчас что-то будет неимоверное. Давайте смотреть и слушать. Давайте.
Еще один новый хитяра. Спасибо, Саш. Мы надеемся, что новые премьеры будут обязательно в снеданку за Дын плюс Дын. Приезжай до нас ще. Александр Рыбак, победитель Евровидения 2009, был только что в гостях снеданку за Дын плюс Дын. Попереду у нас...